Лёва, что вы все пришли. У нас сегодня будет концерт в двух отделениях, прям как в каких-то классических театрах. Мы сначала сыграем вам весь наш новый альбом, который вы можете послушать на нашем бэндкэмпе или на сайте Афиша Волна. А потом немножечко сыграем всякого разного. Можете еще купить его за 200 рублей и послушать прямо сейчас. Пошел дураком! Бы сделать чуть-чуть потише вот синтезатор верхний. Я сказал, что он тихий, но он оказался громкий. А, спасибо. Здесь мониторы. Едем дальше. Но так случилось, что на нашем альбоме, хотя он и новый, есть много песен, которые мы играем 5 лет, но, может быть, 4 года. Вот следующая, она настолько не новая, что некоторые люди считают, даже одна группа успела выпустить до нас. Хорошая такая группа. Но это все еще наша песня. Ха. What a disgrace. Let it him to fall. My nerves
to Jesus at the top. The apparatus could withhold a 90-year-old, 'cause dying as a prospect never been so much fun. Gazing for the last time on this insolent. Life.
Ну, вы знаете, мы, в общем, не очень изобретательно движемся по трек-листу нашего альбома, но поскольку мы никогда эти песни все целиком вот так вот от одной начала до конца не играли, то я думаю, что это нормально. Следующее называется «Smile over Substance». Одно время мы думали, что так должен называться весь альбом, но потом решили, что название «Missing Opportunities» творческий путь группы «Uphill Work» описывает несколько лучше. Теперь такая тихая песня. Кавалеры приглашают дам и наоборот. Days and weeks pass me by. Winter makes room for spring. Used to think that time was on my side, but I'm no longer sure. They told me I have to be proud, living in a glory land. Told me I should kiss a traveler, but I'm no longer sure. But I'm no longer sure. Easter is haunting me.
am not afraid to die. And history is haunting me, and I'm feeling blue. And history is haunting me, did I come in for that? And history is haunting me, it's getting hard to breathe. Альбом есть, даже его можно купить. Конечно. До сих пор. Ну, в общем, клуб «Чайна Таун Кафе», в котором мы часто и много играем, мы желаем, чтобы он был и дальше. Не повторил судьбу клуба «Икра» и других мест, где мы играли. Следующая песня, такая веселая песенка, называется «Трупное окоченение». Thank you.
Спасибо. Спасибо. В общем, на самом деле осталась одна песня от альбома, но по факту только половину альбома мы сейчас услышали, как вы понимаете. Да, теперь то, ради чего мы здесь сегодня собрались, собственно. Всякое такое. Перед этим важный вопрос, все ли всем слышно, я имею в виду музыкантов. Потому что следующие 18 минут шансов изменить ситуацию не будет никаких. Если можно немножко побольше вот верхних клавиш в мониторах. А мне, пожалуй, наоборот, немножко поменьше. Ну, неважно. Не просят больше гитары в зал. Гитары никогда не бывает слишком много, так больше что... Больше рока! Вот, собственно, начинаем. Told lies intentionally.
shoes, is there still anything to lose? Or the octopus that is gonna see the years ahead. Always forgiven, never driven by the monetary greed that corporate
спасибо. 15 минут у всех есть, чтобы выпить или налить, и мы вернемся. И у нас есть, чтобы отдышаться чуть-чуть.